Че, у тебя как дела вообще? Привет, я разбудил. Разбудил я тебя? Да. Ой, какая печалька. Я лекции, лекции? Ну заебись, тебе повезло. Я тебя, короче, от пар освободил, получается. Так что наслаждайся. Возьми ключи к себе. Ключи к себе? Ой, господи. Шо, карманов нема? Нет, блин, ни говна, ни ложки. Ну что за человек такой? А с кем я живу? Мне? Мне все нравится. Более чем. Сейчас, короче, пацаны, надо будет подстричься по той причине, то, что я дико оброс, отрастил себе наконец-таки новую бороду. О, видите, какая, бля, какая разноцветная, рыжая в основном. Вот. Хотя по мне вряд ли скажут, что я могу быть рыжим, но все-таки... Здравствуйте. Все-таки рыжую меня с седым пропускает моя борода. Сейчас пойдем с вами пострижемся и заодно... побреем себе немножко бороду. Короче, сегодня постараюсь порофлить над парикмахером. Вообще, в чем будет суть рофла? Я приду, сяду, он, соответственно, этот все сделает, да, укутает меня, скажет, типа, как вас стричь? А я скажу, как хочешь. Вот, знаете, этот вопрос в прошлый раз, когда я сказал так парикмахеру, он вел его просто в дикий ступор по той причине, то, что он тупо не понимал, что ему делать. То есть ты приходишь к парикмахеру, обычно ты говоришь, я хочу здесь покороче, здесь подлиннее, да, вот тут подровняйте. А тут приходишь, он спрашивает, как стричь? Я говорю, как хочешь. Я скажу, хоть говорю, на лысо меня побрей, но главное, чтобы мне это очень хорошо шло, чтобы на это на мне смотрелось. И будем смотреть, как будет выкручиваться парикмахер. Мы позвонили там барбершоп по записи и могли бы ехать завтра, но решили сегодня, потому что сегодня свободное время у них нашлось, к счастью. Вот, я быстро искупался в тазике. Кто самый везучий человек на планете? У кого отключили горячую воду? Соответственно, у нас дети там орут. У, сука, лето. Жара плюс 30 у нас в городе, в Самаре. И очень интересно будет посмотреть, на самом деле, как будет выкручиваться парикмахер и что он из меня сделает. Потому что я не буду давать ему советов. Я не буду говорить, что мне делать, как мне делать. То есть полностью все будет на нем. Как вот он захочет, так это и будет. Ну что, пацаны, вернемся уже около барбершопа. Ну что, ребят, пришли мы в барбершоп, называется он барбершоп Бирд, и сегодня мы с вами зайдем сейчас туда и, соответственно, ведем ступор нашего парикмахера. Стрижка, кстати, здесь не очень дешевая, ну, по моим меркам, я еврей тот еще, поэтому для меня это будет довольно-таки дорого. На заднем фоне катаются активно машины, но это не беда. Пойдемте с вами зайдем, посмотрим, что у нас из этого получится на самом-то деле, потому что, блин, страхово, капец, первый влог такой, и вообще жестоко для меня. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонили вам, не против то, что будем снимать? Просто канал свой веду и хочу заснять влог такой небольшой. Не против будете? Все, отлично, отлично. Так, нам на подстрижку и на бороду. Как вас зовут, скажите? Артур. Все, можете проходить. Все, спасибо большое. Артур, очень приятно. Так, куда нам лучше присесть будет? Сегодня будет забавно у нас все. Так, глаза свои сниму, запасные. Правда, без них я ничего не вижу. Так, говорю сразу, сегодня вас ждет не совсем обычная стрижка, потому что сегодня, вот, как сказать, вы делаете то, что хотите вы. То есть, вообще, я ничего не говорю, я не знаю, что вы будете делать. То, как, чтобы мне шло, главное, хоть на лысо побрейте меня, чтобы мне главное шло это. Да. Вообще по барабану. Ну, с бородой так же, главное, чтобы шло. Ё-моё. Страшно представить результат, какой будет. Потому что в прошлый раз, когда я сказал, молодой человек, у вас, я у вас уже стригся один раз. Молодой человек все-таки не смог справиться с этой задачей, начал что-то этот спрашивать все-таки. Поэтому решил в этот раз вот так вот сделать. Попытать удачу снова, так сказать. A fat pad for running a track lab. A grass tubby, you lost all of your fat flaps. Now your ass is flat and sagging, dangles like a flapjack. Got some weed, sit back, enjoy you some. Watch this asshole talk and shit up at the podium. Sure.
strapped with a dildo and a loaded gun. Screen the new Batman, shoot up the auditorium. Causing pandemonium, roll up in a DeLorean. This is where your story ends, and fuck you, Nickelodeon. The government's controlling him. Kids' craniums, they holding him. Corrupting and molding them while you sit back supporting them. So empty your fucking pockets. Bitch, I'm spitting rockets. Radic vomits on your topic. Smoking chronic, I'm the hottest. Like, bitch, fuck, you're being modest. My flow is frosted. Yoga fun, it's on my sausage. Fall asleep, bitch, I'm on it. Why you stuck up in your closet? Dog, I know you barking, but bitch, all I hear is talking. Move, why you Stephen Hawking? Kill him, put him in a coffin. Yeah, I'm on that other shit. Hit him with a thunder kick. Smack a gay bitch in the face with a rubber dick. Underground and loving it. I pull up in the Hummer quick. I purge a turd on your roof and dip and start running, bitch. I'm working while you slumbering. Got you stuttering. I'm hotter than the summer is. Now, hi, bitch, I am hovering. Don't quit, bitch, I clutter them. Stubborn robber, they muttering. I put your bitch to bed and now she love it when I tuck her in. Little bitch, yeah, that's you. Heard you got hooked up a little bit of fame, well, kid, I got some bad news. You fly like a plane, I'll crash you. Run your motor mouth, bitch, I'll smack you. I got ape shit on your wax, you. Throw my shit back on my chest like a baboon. What you want, a black dude that rap scenes and acts too? Fuck that gay shit, pass through, and y'all backs bigger than statues. School hit this my classroom, but your mixtape shit in the bathroom. Fuck y'all and y'all values, chicka vodka, pop a volume. Bow do, Illuminati, ratchets here to pollute my rims. So lose your psychic, who can I think? I made a talk, I shall the music I make, my losing. You can kindly suck my dick till the shoes and slime me or broke and fight me. Topping out your bitch with my fresh rare case, you can buy my Nikes. Better than me, bitch, that's unlikely. Are you psycho? I might be slightly better picture for the future, so I might decide me. But I feel like I got a bitch, I'm Bruce Almighty. I need a lobotomy, my mind is frightening. Underground bitch, no time for writing. Want independent shit, no time for signing. When you're running, bitch, I couldn't give a fuck if you like me. Fuck, who is this? I think I'm losing it. Where the weed, I could use a hit. Goddamn it, bitch, ready to get the lunatic. I'm a lunatic, goddamn it, I'm a lunatic. I'm a lunatic, goddamn it, I'm a lunatic. Psycho, fuck you, bitch, I know. Where the fuck did my mind go? I'm on a tightrope with a blindfold. Running main stage, you a sideshow. Bitch, you ain't big shit, you a silo. I'm thinking I got on script with a typo. You all used up and recycle. Oh my god, grab your Bible. Style all your friends and rivals. That's here when it's coming with a title. Bitch, I've been doing all this shit with my eyes closed. Never ever leave it with a knife fall. Then I'm dancing on the corpse, so pipe full. Now I'm a idol, it's survival. Fuck beast, motherfucker, I'm primal. I know, embrace the hate. Kill a motherfuckers, I reach the fake. And I wake and bake, cause I hate today. Screaming fuck this super earth, bitch, I hate this place. He's a waste of space. You gotta train your brain. If you aim it at the fame, you gotta change your lane. Why you play the game? If I hit a wall, bitch, then just pack his fucking face. When I play to stay, gotta gate the stakes. I'm a hungry motherfucker, finna take the cake. And I'm smoking party, bitch, so stay awake. Rap rappers gonna die, rack fly to the top for your place on stage. Fuck, who is this? I think I'm losing it. Where the weed, I could use a hit. Goddamn it, bitch, ready to get the lunatic. I'm a lunatic, goddamn it, I'm a lunatic. I'm a lunatic, goddamn it, I'm a lunatic. Lunatic, goddamn it. Покажи брутальный взгляд. Брутальный взгляд. Брутальный говорит? Угу. Статочка.
горячую воду отрубили. Не мы одни такие лохи, значит. Вот совсем про Юлю нет. Why do you wanna do this? Fuck a bitch because I love music. To hate me cause I'm not a dumb bitch. Brainwashed like a trained dog with a fucking chain on my neck. No cage on my head, my patience is left. Underground bitch, so I say that I'm dead. All the way to kill this crazy motherfucking kid. Shoot me in the face and stab a fucking snake in my chest. Don't worry about me, bitch. Eating me alive, I'm working away my life. Fast, sick, I buy a ride. Got no weed up in my pipe. No money to get by. Someone shot me alive. Fuck, I feel like I could die. My limits at the sky, waving at the game by. These pussy rappers are coming out, talentless and dry. They sell you their lies, bullshit. Why you're not your hand to buy? And a buy, they don't even gotta try. Here's a flash and here's a little flicker. Picture a glass, a picture with a little bit of liquor. Put it to your kids and let the bitter mix. So they're like a river in your liver. Can they kill it? Are you feeling richer or sicker? Bitch, watch me, let me switcher. Watch me with my Richard. I was sick and need your sister. Disaster to the system. I'm expecting with some wisdom. So listen, bitch, before you become a victim of the prison. Don't worry about me, bitch, bitch. Don't worry about me. I'm smoking my weed, bitch. So don't worry about me, ho. Don't worry about me, bitch, bitch. Don't worry about me. I'm smoking my weed, bitch. So don't worry about me, ho. You blind fucking. Ну что, а теперь мы переходим, ребятки, к тому, что прокрутимся и посмотрим, как он меня постриг полностью со всех кадров, так сказать, со всех сторон. Ну что, ребята, вот мы и дома. К сожалению, закончить съемку именно в барбершопе нам не удалось, потому что кончилась память на нашем записывающем устройстве, соответственно. Поэтому сейчас мы находимся именно здесь. Что хочу сказать в целом по поводу этого барбершопа. Он мне довольно-таки сильно понравился. В плане визуала он очень приятный, обстановка очень уютная, все сделано по дереву, все красиво, аккуратно. Прям вообще ноль претензий. Там даже есть PlayStation, можно зарубиться, если большая очередь, долго ждать. Там стоит плазма с PlayStation, можно порубиться. Это ни в коем случае не реклама, то есть мне, ребята, ничего не платили. Я отдал те же деньги, что и должен был отдать за постричку, а отдал я, кстати говоря, 1400 рублей за все услуги, а в них входила, конечно же, борода и стрижка, которую вы видели. Всего просидел я в кресле, на самом деле, 1 час 50 минут в целом. То есть вы понимаете, то, что эта стрижка была далеко не быстрой, и результат, не знаю, судить только вам, понравится вам, не понравится. Мне прикольно, мне по кайфу, это самое главное, я считаю. А что думаете вы, обязательно напишите в комментарии, потому что интересно будет узнать, справился ли со своей непосильной задачей, то есть без подсказок, типа, как стричь, что делать, то есть он стриг полностью, как он видит, что мне будет лучше, то есть он сам выбрал этот стиль, поэтому, ребятки, напишите, справился ли молодой человек, по-моему, если не ошибаюсь, простите, если скажу неправильно, его зовут Вадим, если мне память не изменяет, поэтому, Вадимка, если смотришь это видео, большой-большой привет тебе, спасибо за крутую стрижку, мне, в принципе, зашло, девушке тоже, а зайдет ли зрителя, мы узнаем, соответственно, только из ваших комментариев. Ребятки, если хотите побольше смотреть моих влогов, как я поеду делать татуировки, в скором времени, как я буду заниматься чем-то еще, я еще не придумал, там много идей на самом деле есть, но следующий поездка, скорее всего, будет в тату-студию, накоплю денег и поедем с вами делать татуировки. Если вам это все интересно, обязательно подписывайтесь на канал, там все будет полностью без купюр, без подхалимства, то есть буду рассказывать тут все как есть, то есть вот барбершоп, он хороший, то есть не могу сказать про него ничего плохого, приятный внешний вид, опрятный у работников, то есть симпатичные девушки сидят на входе, симпатичные молодые люди стригут, то есть все нормально, и парням, и девушкам, кто бы туда не пришел, понравится, хотя зачем девушкам ходить в барбершоп? Спорно, конечно, спорно, но мало ли, вдруг у кого-то из вас есть борода. Ну, вот всякое бывает в жизни. 21 век на дворе, вдруг там какая-нибудь Кончита Вурст захочет побриться, постричься, не знаю. В общем, ребятки, всем советую, очень крутой барбершоп, поэтому вот, честное мое мнение. Мне там нравится, я туда хожу уже второй раз, и меня все, в принципе, устраивает. Все ссылочки оставлю на них в описании, так что всегда сможете посмотреть.